В боксе бывает так, что когда ты опускаешь руки, ты пропускаешь самый тяжелый удар. Я хочу пожелать, чтобы все держались вместе, ни в коем случае не сдавались и не опускали руки. Мы не печатаем деньги, мы их зарабатываем. Поэтому нужно сплотиться в этот фрагмент жизни, беречь себя, помогать друг другу, и мы выстоим. Сплотиться духом, всем перетерпеть эту травму, переждать и с новыми силами вступить в новый, скажем так, сезон. Хочется в первую очередь сказать огромное спасибо врачам, которые борются за жизнь каждого человека. Это воины, которые сегодня на своем посту выполняют работу, которая может быть не по силам даже многим солдатам. Большой низкий вам поклон. Берегите страну. Мы это победим, потому что по отдельности мы капля, а вместе мы океан.